Подобную атаку бойцы фронта национального сопротивления Афганистана провели впервые. Талибы пока не комментируют ситуацию. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала. Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Бойцы фронта национального сопротивления Афганистана уничтожили бронемашину талибов. Об этом сообщает AMI News. Сторонники Ахмада Масуда, младшего, атаковали боевую технику радикалов в провинции Паншер. AMI News публикует видео, на котором запечатлена полуразрушенная военная машина, которая лежит в засыпанной камнями яме. Ресурс отмечает, что подобную атаку бойцы фронта национального сопротивления Афганистана провели впервые. Талибы пока официально не прокомментировали инцидент. По словам представителей фронта, сейчас участники фронта национального сопротивления Афганистана контролируют 23 ущелья Паншера. Они отметили, что с помощью пакистанской авиации талибам удалось захватить только главные ущелья провинции. О своем присоединении к фронту объявили вооруженные группы в провинциях Парван, Каписа, Балх и Бадахшан. Между радикалами и бойцами фронта национального сопротивления Афганистана часто вспыхивают вооруженные конфликты. При этом талибы ведут бои и с террористами Исламского государства, запрещено в РФ, которые неоднократно устраивали взрывы на территории Афганистана. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.